Першы ў вобласці клуб дзіцячага стэндапа запрацаваў у Магілёве. Навучэнцы малодшых класаў і старшакласнікі збіраюцца разам, сачыняюць жарты пра жыццё, школу і сяброў, а пасля ладзяць канцэрты, на якіх дзеляцца сваёй творчасцю з магілёўчанамі. Акрамя гурткоў, напрыклад, па танцах, вакале, спартыўных секцый, цяпер у Магілёве дзіця можна аддаць яшчэ і ў стэндап-клуб. Такі накірунак працуе ў нас зусім нядаўна, але ўжо знайшоў сваіх аматараў. Во-первых, это очень развивает память. Словарный запас это даже увеличивает. Ты, ну, учишься говорить там в микрофон перед большой компанией людей, то есть в будущем это может очень помочь. И ты знакомишься с новыми людьми, это тоже очень важно. Стендап – это новый напрямок гумарыстычных выступов, які чымсьці нагадвае усім вядомы клуб вясёлых і знаходлівых. Аднак адрозненні паміж гэтымі форматами ўсё ж такі ёсць. Стендап – одно из юмористических направлений, которое позволяет немножечко лучше раскрывать детей, потому что КВН – это все-таки такая неправдивая история. Ты собираешь команду, готовишь детей, пишешь им текст, а стендап – это возможность раскрыть каждого ребенка отдельно, и он в первую очередь рассказывает про себя. И когда ребенок рассказывает про себя, ты знаешь очень много нового. Концерты выхованцев клуба «Стендап» – это цікавая и веселая история про школу, сяброў, батьков и нават хатніх гадаванцаў. Жартовать можно на любую тему, с якой дитя сутыкается у повседневном житті. Обычно у детских команд школа, про школу, постоянно рассказывают про школу. Мы же можем затрагивать совершенно любые темы. То есть любая тема может быть смешной, если ее преподнести правильно. У клубе нема ніякіх обмежаванняў по узросте або в опыте. Головная мета гумористичного керунку стендап – показать, что с гумором можно ставиться нават до бытовых выпадков життя. Ганна Петрова-Кумінская, Александр Артем'єв, Дзяніс Жавіна. Новини региона.